А могу я снять рубашку? Я так не умею играть. Всем привет, меня зовут Николай Попов, и я играю на гитаре 22 года и примерно столько же хожу в спортзал. Насчет спортзала пошутил. Как вы видите, ко мне в голову пришла очень безумная идея, которая еще не была на ютубе. Я купил самый дорогой и реалистичный костюм из мышц в мире, который стоит 47 тысяч рублей, весит 9 килограмм, и как оказалось, его очень тяжело надевать и снимать. И в нем я буду брать уроки по гитаре онлайн, иногда сразу в таком виде, а иногда раздеваясь во время урока. Посмотрим на реакцию преподавателей. Кстати, играть на гитаре в этом костюме оказалось тоже безумно сложно. Я думаю, за такое точно нужно поставить лайк и подписаться на канал, так как это было очень тяжело и затратно снимать. 10 тысяч лайков, и выйдет вторая часть. И не забывай, что у меня есть телеграм-канал, группа ВКонтакте и другие соцсети. Ссылки в описании. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Меня Николай зовут. Так, вы говорили, что вы уже чуть-чуть умеете играть, да? Да, я уже немножко играл. Ага, ну, а вы что, вот научились играть вот там, не знаю, ну так, примерно, или уже все забыли? Ну, я могу показать песенку, вот, которую я вот учил да, раньше. Да, давайте. Получается, да, угу. Если получится, вот сейчас. Что-то это не получается. Не-не-не, все отлично получается. А как сейчас. Она называется? Скажите мне, пожалуйста. Она называется Get Lucky. А могу я снять рубашку? Может, да, без нее просто мне удобнее. Я как фитнес-тренер, мне удобнее. Так. Вы как можно? Хотите. Да, сейчас. Можно. Не знаю, так, сейчас. Может быть, с ней будет поудобнее. Так. Может, получится. Так. Сейчас. Кажется, мне пора удалять свое объявление. Очень круто. Я поняла. Мы снимаемся в розыгрыше. Как это правильно называется? Сейчас получше было? Да. Ну, немножко все равно, да, не очень. Да, все отлично. Не, мы правда в розыгрыше? Ну да, это был розыгрыш, да. Прикольно. Блин, это так прикольно. Я на самом деле не мечтала, что когда-то вот что-то подобное это... Кстати, костюм не настоящий, если заметили. Это я просто решил как бы разнообразить немножко. Я поняла, я уже такая думаю, ну ладно, вроде типа трусы еще не предложили снять. Думаю, ну пока ничего криминального не происходит. И, кстати, в нем действительно очень сложно играть, что я даже не могу... Он прям очень тяжелый. Он 9 килограмм весит, этот костюм. Прикольно, он выглядит как настоящий. Я вот даже не отличила, ну, хотя уж у меня просто зрение плохое. Кстати, для тех, кто меня сейчас смотрит, напишите в комментариях, хотели бы, чтобы я вышел в таком виде на улицу и поиграл прохожим. Да и в общем, накидайте идей с этим костюмом. Друзья, также хочу напомнить, что я преподаю уроки по гитаре онлайн. И сейчас начался учебный год. И самое время, чтобы начать учиться или повысить свой уровень игры на гитаре. Поэтому, если хочешь поучиться у меня игре на гитаре, и неважно, какой у тебя уровень и сколько тебе лет, то пиши мне ВКонтакте или на почту, ссылки в описании или в закрепленном комментарии. А если ты живешь в Москве или в Новошахтинске, то можем договориться и встретиться вживую. Так как места на уроки в скором времени у меня могут закончиться, то я хочу попробовать создать видеокурс. Поэтому, если напишешь мне прямо сейчас до выхода курса ВКонтакте или на почту, что хочешь приобрести его, то получишь 50% скидку, а может даже больше после того, как он выйдет. Ссылки в описании или в закрепленном комментарии. И, кстати, кто разбирается в создании онлайн-курсов и может помочь мне в этом, то напишите тоже. Расскажи о себе, пожалуйста. А, ну я немножко играл на гитаре раньше. Я, получается, кем я работаю? Я фитнес-тренер.
Ну и немножко играл на гитаре. Давно. Вот, хочу возобновить. Mm-hmm. То есть вы как хотите играть? Больше для себя или что-то такое прям в профессиональную степь? Ну, для себя может быть немножко что-то. Я вот раньше изучал какие-то сложные композиции. Там, например, Бегин учил, знаете, такую композицию? Да. Я ее учил именно нотами. Ну, продемонстрируйте что-нибудь. Мне нужно понять уровень хотя бы примерно. Ну вот, я вот это вот Бегин, который учил давно. Хочу ее попробовать. Там... Что-то это не идет. Ну, я смотрю, у вас такая прям установка гитары даже вот так. Ну, я так, да, учился, да. Но у меня что-то не получается. Вот. Как-то вот, я не знаю. Я обычно вот без рубашки играю, просто можно попробовать снять, я просто так привык. Вот. Да, пожалуйста. Да, я. Сейчас, может, получится. Сейчас. То есть вся проблема в рубашке, да? Ну, я просто, да, как фитнес-тренер, мне удобнее, наверное, так. Я вот раньше тренировался. Сейчас. Показать. Что? Аккорды, да, вам базовые надо показывать после этого. Ну, не знаю, может, дать что-нибудь. Я так не умею играть. Это очень крутой уровень. Просто это совершенно другая гитара, не та, которую я учу. Я учу людей играть песни, типа «Группа крови». Ну, прям базу. Я надеюсь, я потом на Ютубе окажусь с этими приколами. Ну, на самом деле, это был пранк. Вот. Как мы сыграем, вы классно играете, реально. И костюм, кстати, не настоящий. Это как бы просто я решил. Капец, я никогда не думала, что я могу на такую штуку попасть. Я всегда думала, да блин, там же разводят. Не, ну момент с рубашкой меня, конечно, очень смутил. Я думала, ладно, господи, ладно. Ну может человеку петь какой-то, я не знаю, чего я буду приставать к человеку. Не, ну я удивилась, конечно. Здравствуйте. Скажите что-нибудь, пожалуйста. Здравствуйте, да. Слышно сейчас? Да, сейчас все слышно. Слышно, да? Так. Видно все? Слышно нормально? Да, а меня? Да, да, все хорошо. Так. Вас Николай зовут, верно? Да, меня зовут Николай. А, скажите, пожалуйста, вы учились до этого на гитаре или как? Или у вас не было еще опыта? Играл, да, немножко играл на гитаре, да. А, смотрите, вы бы хотели изучать прям нотную грамоту или как? Ну, я не знаю, может, что-нибудь предложите? А, ну, давайте просто элементарно сыграйте аккорд какой-нибудь, uh-huh. Если вы умеете. Аккорд. Ну, я вот покажу, какие я песни выучил. Там, типа, я даже не аккордами играл, а вот, типа, вот таких вот. Или там вот еще знаю. Хорошо, я поняла. Ну, у вас уже есть хороший уровень знаний, вот я смотрю. Я могу еще на классике показать, я несколько знаю еще классических произведений. Ну, да, давайте, покажите. Сейчас, да, покажу. Так. Ух, ударил. Так, на классике. Я тут кусочек Баха выучил. Минор, да? Да.
вот можно ее, например, там. Ну, смотрите, у вас действительно очень хороший уровень есть. Я даже не знаю, что вам больше посоветовать. Вот. Но единственное, я говорю, могу. Ну, вы, я так понимаю, и грамоты, да, обладаете нотной грамотой? Да, обладаю. Ну, тогда не знаю, честно говоря. Просто обычно ко мне приходят люди, которые вообще, ну, ничего не умеют. Вот. У вас музыкальное образование есть, да, я так понимаю? Не, я сам по нотам учился. Ну, знаете, я не могу поверить, что вы прям самоучка смогли достичь такого. Ну, я так, ролики смотрел разных гитаристов классических. Могу еще одну песню сыграть на акустике? Ну да, можете. Сейчас еще одну песню сыграю на акустике. Так. Стиле. Ну да, фингерстайл. Да. Здорово. Здесь были какие-то ошибки или нормально здесь? Да нормально. Ну, фингерстайл, но все-таки, мне кажется, это более свободный стиль. Вас не смущает, да, я немножко это не наделся, не оделся чуть-чуть. Да, в принципе, меня не смущает. Нормально, да? Так. А вы, может, тоже преподаватель? Ну да, я преподаю тоже, да, немножко, да, Ну, это, я преподаю. так понимаю, может быть, не знаю, какой-то пранк. Нет, не пранк. Ну да, это был пранк. И костюм, кстати, не настоящий. Вот. Это костюм у вас или что это? Да, вы не заметили, что ли? Я же. Да, это костюм. Я не знаю, что это. Жесть. Можно я сейчас тоже вас фоткаю? Это Хорошо, потому да. что я не знаю, что это. А можете что-нибудь показать или предложить? Ну, знаете, я на домре играю более виртуозно, и поэтому я могу показать. Ну давайте на домре, почему бы нет? Ну, на гитаре я так не сыграю. На гитаре самое быстрое это я, наверное, только... И то. Нечисто. Это что? Это я просто так. Предупреждение? А. Это я попытался с такой же скоростью сыграть примерно. Следующий будет преподаватель, которой я звонил год назад и уже пранковал ее ранее. Сейчас я ей написал на Авито под другим именем, и она не знает, что это звоню я. Доброе утро. Да ну, серьезно, по третьему кругу, что ли? Что по третьему кругу? Да так. Что по Да третьему так. кругу? Снова пранки пранкуем. Что-то вас не видно немножко не посередине. Так. Ну что, Николай Попов? Что? По третьему кругу. Что по третьему кругу? Франкин со мной снимаешь. Меня очень хорошая память на лица. Откуда меня знаешь? Так ты со мной уже 2 раза снимал. Два раза снимал? Что снимал? Пранки. Какие пранки? Да ладно, не коси под дурачка. Какие пранки? На ютубчике. поиграем, урок проведем. Ну как тут проводить-то, когда передо мной профессионал сидит? Ну поиграем, поиграй что-нибудь. Да, только мне нужно гитару сменить и рубашку снять, мне так неудобно сегодня играть. Хорошо. Хорошо?
Когда ты брекеты успел надеть? Ты накладные, что ли? Почему накладные? Успел. Успел поднакачаться, брекеты поставить. Прическа, если заметила, новая. Да, вот я заметила сначала брекеты, потом уже такая, ну и прическа новая. Так, вот у меня другая гитара. А вообще с чего ты вот эту вот штуку купить решил? Это такой вид, новый вид пранка, потом увидишь. Кстати, ни один преподаватель не понял, что это костюм. Стоит 47 тысяч. Вот. Охренеть! Обалдеть! 47 тысяч! Я вообще тебе позвонил для того, чтобы мне нужно превью именно с тобой. Ура! Солидно. Крутяка. Это очень странная для вообще классического воспринимания музыки как раз. Но песня, она не... потому что там обороты такие всякие интересные. Ну, она русская народная, хуторок называется, вот так. Русская народная хуторок. Хуторок. Да. Давай еще что-то. Я только расслабилась. Здорово. На днях переслушивала эту песню. Но у меня будет своя. У меня пока мы не созванивались, вот год. Своя песня? Собственном сочинении ты имеешь, да? Да. Песня называется «Шибари». Твои слова шибари вокруг моей шеи. Они топлинят, не хочется сильнее. Соври еще разок, об этом я не узнаю. И от реальности я с тобой убегаю. Мое сердце для тебя, как подушка для иголок. Я смотрю в твои глаза, это цвет моих футболок. Лопнет им глазами раз, распадусь я как осколок. Но с тобою никогда мне не нужен был психолог. Вот, что-то такое написала. Это у тебя одна песня? У меня, да. Ну, мы там еще с группой, конечно, много писали. Так что, зрители... Набиваем себе в телеграмчике группа Why Not.
подписываемся и ждем скорых концертов. Напишите в комментариях, как вам песня Полины. И для тех, кому понравился полностью этот ролик, то поставим обязательно лайк, подписываемся на канал. И если хотите посмотреть другие ролики с Полиной на моем канале, то переходим по вот этим вот, где-то здесь будут не подсказки, а как... то переходим по... Как они называются? А, и к конечным заставкам, вот.